Незаконно лишил свободы группу подростков. В этом подозревается 26-летний житель Менделеевска Азат Аманов. По версии следствия, мужчина распивал алкоголь вместе со своим знакомым в гараже по улице Набережная. Увидев пятерых знакомых подростков в возрасте от 13 до 16 лет, в том числе двух девочек, пригласил их в гараж, после чего закрыл его на ключ. После общения подростки попросили открыть ворота, однако подозреваемый отказался это сделать. В результате одна из девочек стала плакать. Тогда Аманов заявил, что не откроет гараж до тех пор, пока подростки не успокоятся. Спустя около двух часов он выпустил их из гаража. Через несколько дней одна из девочек рассказала матери о произошедшем, и та обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы двух или более несовершеннолетних». От дачи показаний он отказался. Следовательно, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.